7 часов отправились. Мы потихоньку едем. Привал в городе Вологда. Блин, маленько решили перекусить. Скромно так. Скромно. Осы вологодские надоели. Пойдем попьем. И дальше попрем. Сколько нам осталось верст? Нам? Ну до Вологды сколько? 400, наверное. Где-то еще 700 нам осталось. 700 верст всего. 400 уже прошли. 700. Погодка как по заказу. Да, вот шепчет. И кирзотик так. Полосатый мух летает. Тоже жрать хочется. Вот так вот, еще осталось 600 верст, 700. И мы на месте. Мы на месте. Пока. Пока. Goodbye. Решили поразмять ноги. Ходить. Трасса оживленная. Решили посмотреть речку. Как она? Нагажма, да? Нагажма. Нагажма. Река Нагажма. Вот такая речка. Речка. Река. Речище целое. Вот это река. Если ты глубоко, то ты здесь вот уже начинается вода. Да, здоровая речка. Да. Все, сейчас отдохнем и поедем дальше. Нам еще 4 часа. 2,5-3 пилить. Куда?
Да куда? Это поселок. Больше. Больше. Ну, часов до 9, часов в 9, в 10, да, приедем? Не. 6 часов. В 11 приедем. В 11. Еще 4 с лишним часа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что же, большую часть проехали уже, да? Ну конечно. Не устал, бать? Не. Не, говорит. А не, не устал, говорит. Не, говорит. Ладно, пока выключишься. Леонид организовал нам заброску по воде. Он занимается организацией активного отдыха, рыбалки, охоты в Центральной Карелии, озеро Сегозеро, река Сегеж, гостевой дом Попов Порог. Все ссылки под видео. Не знаю, как нас слышно, нет, ветер сильный. На том берегу соседи у нас, тут два парня с Ярославля. Вот нашими. Обустроили лагерь. Тут Гошес. Гошин дом, а это наш с отцом. Тут всякая еда тут у нас на 9 дней. Такой тентик соорудили, на быструю руку сколотили. Вот сейчас едем, едим макароны по-флотски. Штормит, штормит речка. На рыбалку нифига не выйдешь, блёсна не покидаешь. Вот река Сегежа. Добирались мы сюда 17 часов. Вот такие красоты здесь, ребята. Карельские красоты. Чуть позже сейчас поедим, попозже хотим блёсненьки покидать, попробовать. А больше не убрать, там нельзя дать? Не убрать. Батя же на вид. Макароны. Сейчас буду тоже накладывать. Во, макарончики-то. Что, по-флотски с тушеночкой, да? Да. Ну-ка дай-ка тоже я шибану наложу. Да, слушай. Микрофон куда-то улетел. Сейчас стоит. Ветрище сильное. Не знаю, как тут будет у нас что. Петличку одел. Эх, давно я таких макарон не ел. Это чисто так. По-скромненькому. Бочечку сейчас ем. Небольшую. Ну что, ребята, вот так мы расположились. Да, Варь? Да. Во! Во едем! Во! Во едем, да, во! Да. Это вам не дома. Мать бы обычно, я скажу. Ветер. Будем надеяться, что погода наладится. Но пока у нас тут все
стакан улетает, тут все, и перчатки, и куртки, тут все ловим. Ну ладно, погоду пока едим, выключимся. Гош наворачивает макароны. Что скажешь? Что, как Гош, понравилось тебе здесь? Здесь самое волшебное место, где я нет. Погодка манка подкачала. Погодка. Здесь неделю назад было вообще классно, но уже тепло. Главное дело рыбу наловить. Да. Поймать, ну, думаю, надеяться будем. Поймать вам, ребятки, богатые. Ну хотя бы зубастую поглотаю. Следующее будет включение, когда мы будем в руках держать щук по 2 килограмма медленно. Да. Это уж сейчас наговоришь, на. Ладно. Сережки, ребят, давайте. Я буду. Вон, видишь, этот уже телепузик уже наелся он. Да, тут тропиночка. Гош предлагает цепь взять, тракторную цепь. Ты в цепь предлагаешь лодку взять, да? Да, вот тракторная. Давай, я тебя посмотрю, ты возьми, я посмотрю, как ты будешь брать, привязывать-то, ладно? Давай. Окей, все. Ну, мы для какой-то болото заперлись, нах. В общем, место, где можно покидать спиннинг, но пока без всяких этих, без возможности. Просто ветер сильный, но к берегу вообще тут, не знаю, ни подходов нету. Ну туда только, если вот здесь считать, зайдем. Тропка есть тут, да? Какая-то вторая старенькая такая, но болотника можно дойти. Кругом, конечно, красота. Болото. Скотовод-то нам бегемота. Тащите. Так. Тут вообще волосы не конкретные. А тут у берега уже поглубже, Гош. А тут уже у берега поглубже. Да. Как бы такой, ну, типа как поворотик идет такой вот. Тут мелко, да? Не, ну почему мелко? Вон, смотри, где камни вижу. Ну да. Песочек. Вода чистая. Воду пить можно? Можно. Не знаю, где тут можно посидеть. Пройдем, пройдем. Подальше. Ну, может, на камешек зайти, на камешек покидать. Вот, это кажется, что мелко. Тут смотри, как идет. Вон. Ты же кидать ты будешь далеко. Правильно? Нормально, можно кидать, да? Посмотри, вон там камни я вижу. Да. Ну, бог, ну что нет камень. Мы, наверное. Так, вот за этого камня можно дойти, кстати, не было. О, смотри, вот я затончик, вот этот вот. Можно из него покидать. Попробовал. Ты смотри, ветра нет, вообще можно и так покидать. Ну, особо сильно-то нету. В такую погоду, мне кажется, что-то нифига не будет ничего брать. Я хрен знает. О! Что-то на камень зашел. Вот на тот не пройдешь уже. На дальний-то, на тот. Хотя можно и пройти, сапоги загнуть. Гоша покорил камень. Дошел. А так как дальше, глубоко, да, поглубже идет. Ну тут травка есть такая. Чего? Тут уже поглубже идет, и травка есть.
отсюда можно покидать. Пойдем, зарядим. Я уже камни не вижу, с которыми надо. Да потихоньку ступай. Ты присядь так, присядь, чтобы тебя не поскользнуться. О, спускайся. Вот тут нормально, отрас. Ух, смотри, старого, то ли скользкий камни. Я не на камне, я уже на песочке. Теплоты не было? ММДом съел, бать. А? ММДом съел. Съел. Все. Вечереет. Вот, ну, скоро будем готовиться ко сну. Пошел спать, все. Нет, лежать, а потом усну. И там можно что-то книжку там у тебя найдешь там. Книжку можешь лежать почитать. Так. Все тапочки туда положишь, той стороной. Когда будешь вылазить там, в туалет там вот это. Эх, потеп. Маленько прояснилось чуть-чуть. То все будет тучи. Ветер, да, ветер стал потише. Ветерок стал потише. Ребята приплыли вон там, наши соседи. Вот. Утро на рыбалке. Гош уже обрабился у нас, да? Да. Хрюзочка поймал. В куньках. Такого хорошенького. Мы пробуем. Сок хороший. Пробуем. В воде холодно, да? Маленько подубил. Подзадубил чуть-чуть. Поставил. И прошло, и тишина. Ты как хочешь, там, чтобы тебя одна через заброс, чтобы... Через заброс, трудовая рыбалочка получается. Плаки Джон четверочку поставил. Тишина. Такая тишина у нас. Здесь хорошо идет, да, здесь не зацепок, ничего пока. О, удар был, бля. И чего? Не, просто ударчик. Так, угу. Не, чисто такая поклевистая, там удар такой, бомб что-то.
Что-то я вот что-то тащу. Есть акушер. Ух, ежик. Да под лодкой. Прям под лодочкой. Ну вот у меня тоже, видишь, с подчином, да? Какой ежик. Тихо, тихо. Тихо ты, тихо, тихо, тихо. Дрюк. Он какой. О. Уха есть. Уха есть. Уха из ежей. Где у тебя садок-то, Гоша? Здесь. Продолжаем ловить. После последнего кунька у нас что-то пока ничего. Пробуем дальше. А? Покидаем. Немножко переедем. Какая-то мошка перед. Мошки с самого утра не было, да? Вот приятный мошечек такой один, он как-то, ну, не кусается, а... Пока болтик. Какой-то надо туда, вот, на самом берегу, там травы много. Там можно погонять ее было. Травки закинул. Судя по рукам лопа. Может, чукалечек. Ну, чукалечек небольшой, если будет. А. Ёжик. Хороший ёжик. Ах ты, бляха-муха. Сковородочный. Ох, будем сегодня жареных окуней есть. О, ребят, смотрите, какой красавец. Северный наш красавец. Ох, кюментик. Вот, потихоньку ловим, да, Гош? О, ребята, смотрите, какая прелесть. Давай, поднимай. Такой окунёк. Ох, не колись, а. Дружочек, взбодрись, да. Видишь, я второй раз камеру включил у меня. Первый заброс. Он принёс. Принёс полосатого дрюк. Полосатый дрюк. Вот он, красавец, идёт. О, какой, смотрите. Опа. Хорош гусёк. Сразу первый же. Да, Blue Fox троечка. А где у нас там этот, Гош, как его аппаратик-то? Okay. Ну, пассатишки-то. Не знаю, ничего тебе не знаю. Thank you.
Желтый, белый, блесновел, слушать никого не надо. Он работает, а не работает себя тоже. Второй день в Карелии. Река Сегежа. Такие красоты здесь. Гоша там что-то пилит дрова, что ли. Сильный ветер дует у нас второй день. Сегодня даже сильнее, чем вчера. С утра плавили рыбку. На самом утра поклевки были, часа на два. Поймали 6 куней хороших, одного хрёвска. Потом ветер подул, как отрезало, все прекратило клевать. У берега фугли бросали в траве на щуку, ничего. Ни окунь, ни хорёс, ничего не берет. Хочу прогуляться по берегу. Снимает, не знаю, ветер будет меня слышно, не будет, хрен его знает. Так, у нас штормит. Снимаю, взял с собой фотик. Да, тут, наверное, к берегу не подойдешь. Хотя, с одной стороны, сейчас сухо. Попробуй пройтись. Багульник. А. Это вон наша палатка издалека. Вот. Штормит, штормит речка. Штормит Сегежа. Ветер. Штормит Сегежа. Он задувает. Ух. Вон и как, какое ветрище. Вон. О, какой ветер сильный.
под вечер. Безрезультатно. Ни одной поклевки. Оставлю фокс двоечку. Я так и знаю, что я сейчас там зацеплюсь. А у нас не поклевки лучше, да, Лош? Тишина, вон закат красивый. Ну, пробовать за с утра. Костик, смотри, как у них там. Могут там с дровами проблем вообще ноу. Так, это так, Гоша прет, что-то там, давай. Что-то небольшое. Тащи. Давай, тащу. Покажись там, кто там. Покажись, чудо-юдо рыба-кит. Что-то пьет там у Гоши, выбивает там волосатый ежик. Еж, хороший еж. Хороший ежище. Вот он, красавец. Ну вот, видишь, что-то вот перед закатом. Что-то рыбка маленькая. Вот ветер стих совсем, да? Рыбка стала что-то поклевывать. Я глушил подпускать. Да нафиг пускай. Да он. Да можно было бы оставить. Было. Поймаем еще, Гош, что ты. Что, отпускаем это? Пускай, ежка, пускай. Ну, следующую щучку, если поймаем, еще вас следующего возьмем, но уж это. Ну это Сашваныч, не наш что-то. Хорошо взял. Поймал, отпусти, сорвалась, не грусти. Мне уже интересно стало. Секрет рыбалки прост. Опа. Лови удачу за хвост. Зад уже пошел. А, значит, еще сейчас поймаем. Да? Щучка-то она как поживее. Нет, мест не сопротивляется-то. А кусок я вообще точно не знаю. Че? Вот те тут что-то с утренние таких какие-то. Утренние, я прям. Вот эта штука. То есть серьезнее. Первого такого лося, горбая руки. Немножко сейчас гуляет рыбка. Вышло погулять, может быть, немножко на предзакат. Чуть-чуть. Даже щучка в гости пришла. Может. Так что можно и водлярочек покидать здесь, да? С утра. А почему бы и да? Гоша включил свою одну скорость, да, даже уже идем к лагерю, все. Сегодня у нас сколько мы поймали? Три кушка, да? Два. Два кушка, двух отпустили. Щурка, щурок один сошел, ну он. А то поймаем, уж это сварим, наверное, что еще. Ну, блин, как на моторе идем. Идем на веслах, как на моторе. Мотор на веслах. Фигачево. На веслах, мотор. У нас впереди такой красивый закат красный. Такого я не видел у нас давно. До завтра. Завтра день покажет. Все. Да. Thank you.
Штормит у нас сегодня. Второй день. Вчера погодка прижалась нормально, сегодня ветер, дождь. Ну, идем прямой репортаж с палатки. Лежим. Лежим, кукуем, да, бать? Под проливным дождем. Что же делать? Приехали, ба, погода нормальная. Сейчас ветер и дождь. Ветер сильный, дождь, штормит. Лежим в палатке, кукуем. За тот день передают без дожди, но... Черт, я знаю, как так всего там. А на следующий день дожди.
Ашан идет. Ловный рыбак. Первый день на базе. Идем на пристань. Будем пробовать ловить рыбку. Вот что он Петрович подтвердил. Будем пробовать ловить. Погода пасмурная. Будет, наверное, дождик. Сравнению то, что была погода на Сегеже, здесь это рай. Ветра здесь нет, штиль практически, тепло, говорится, хорошо, и мухи не кусат. Лодочка у нас уже на пристани, сейчас мы ее ранее накачали. Вот такая здесь красота. Летом здесь вообще рай. Здесь всякие беседки, да? Беседочки, вот, в баню вышел, смотри, тут сразу же раз. Баня. Все, по-человечески все устроено, блин. Все цивилизовано, на подход. Помосты деревянные. Номер у нас вообще шикарный, да, Гош? Хорошо, что я про это место вспомнил. Смотрели мы видео русской Оли Мишина, как он тут ловил рыбу. Решили в навигаторе набрать. Приехали сюда, нам понравилось, остановились. Так что Михаилу большое спасибо за его видео. На воде вообще идеально. Лечится. Мелочуга гуляет вон. Мы походу первые рыбаки, ты Гош. Понял? Мы первые, кто сюда пришел. Мы это выдаем. Мы вышли самые крутые рыбаки. Встаю с самого ранья. С самого рассвета. Вот наша лодка. Пристань вообще идеальная красота, небольшое озерцо. Тут есть еще несколько озер. На улице мелкий дождик идет. Есть дождик, судя по воде, идет дождь. Так что пока я выключусь, там будем уже на воде, включу. Вот такой погодка нас встретила. Новое место. Дожди. Тут бьет дождик. Закончился дождик немножко. Решили подловить. Гош, что-то там червяков ищет. Живы там черви-то, Гош? Они там все на дне. Сырая земля. Сыроватый, ну нормально. Можно, сам... ну, может потом пойдем это, чуть-чуть покапаем. А то там когда были на Сегеже, там я подливал. Мох поворол, чтобы они живыми были. У нас там утки ходят, там вообще. Вон они. Вот они, утяры ходят. Вон оно. Тут плавают их, вот подкармливают, ничего не боятся. Вон они. Вон. Это тоже такое интересное сооружение. Там можно сидеть, там коптенечки стоят. Только почувствую себя таким бойскаутом.
Интересно, когда тут здесь, конечно, тепло, здесь можно погулять, все тут интересная база. Ну, Гоша клюет что-то. Клюет. Я уже размочил уже все воблеры, там твистера, резину, там вертушки, колебалки, что-то нифига. Вчера что-то одну щечку, вернее, сегодня с утра. Сейчас поклевку попробуйте заснять. Паук тут не вижу. Пошвелепал в ком-то. А вот вижу все. Может, сейчас что-нибудь засниму. Опа. Ну, видишь, ну, это мелочуга треплет. Я на червяка сжирает, нифига не мелочуга. Что у меня еле-еле работает зум на телефоне. Что-то я так заметил, большая влажность. У меня камера, он постоянно влажный, я сушу ее. Экшенку никак не могу высушить. Взял себе обычный фотоаппарат. Вот снимаю. Вот. Второй день на базе. Маленько распогодилось. Иду за спиннингом. Много не поснимать, потому что дожди, влажность сильная. Вон экшн-камеру вообще в третий раз сушу. Отключается, влага большая. Сейчас пока есть возможность, пойдем на лодку накачаем, половим. Иду. Приятные домики, номера. В номере есть душ, ну, туалет там. Три койки. Чисто, аккуратно, горячая вода. В общем, отдохнуть, телевизор, Wi-Fi. Ну, в общем, нормально. То, что нужно рыбаку, все есть. Не очень понравилось. Но сюда надо приезжать летом. Когда рыбалка, можно здесь оставлять, допустим, машину, ездить на другие озера. Вот. Ну, сегодня, может быть, еще включусь, вот, найду экшн-камеру, вернее, если она у меня высохнет. Такое чувство, что рыбы здесь нет, да, Гош? Вообще нет. Кидали все, что возможно. Воблеры, шмоблеры. Нифига ничего нет. Пойдем домой. Батя говорит, на перте стоит, ждет. Ветер страшный. Приплыли гости. Плавают, не боятся. Да, не боятся, смотри. Подплыли, посмотрели, там типа на угощение, угощение, угостим их, не угостим, да? Да, вон одна плывет, там еще одна. Вон она. Ой. Ну, хлебушка что-нибудь такое угостили бы, да? Ой, короче, кидаем уже битых полтора часа, наверное, блин, ни одного тычка, блин, вертушки, воблеры, ложки, весь запас уже у нас и вышел в блесен, но уже не знаем на что. Короче, походу, мне дохлое дело с такой погодой. По-моему, что не кидай, блин, кроме только шашка
туловая, ну тогда клюнет, а больше ни на чего. Надо ехать самим, надо ехать домой клевать самим, покушать. Может поутру что-нибудь выцепим. Рыба-то здесь есть, бесспорно. Щука здесь, окунь хороший, но не берет. Не берет. Не хочет рыбка нас побаловать поклевками. Хотя бы одну щучку бы вытащить, посмотреть, что здесь за щука, какой здесь окунь. Ладно, еще немного покидаем. Мы уехали от базы. Какой-то тоже озеро, не помню название. Как оно называется, Гош? Лямбозеро. Лямбозеро. Лямбозеро, фиг его знает. Вообще, нижнее, верхнее, не поймешь. Вот так и не поняли мы. Потом по карте посмотрим. Да, поточнее можно будет узнать. Короче, на базе нифига. Один карандашик. Отпустили мы его. И нифига, и мелкая плотва. Вот тоже пока ничего. Ты на ложку поставил, что ли? Колебалку? Ну, может, что-нибудь. На колебалку тоже хорошо. Там Гоша пытается поймать рыбу. Он стоит. Ну, по всей видимости, он тут сейчас я паржа надену, там поймаю. Что-то удочкой-то он нифига не машет. В общем, у берега тут клюет мелочь, мелкий окунь, плотвичка. Да-да-да. Очень красивое место здесь, интересное. Можно здесь половить рыбу. Есть тут щука, окунь, но вот мы что-то почти что вдоль поперек проплыли, вот имеется тут полозера, вот тут справа, с левой стороны. Ни тычка не было. С утра только маленький мелкий карандаш, щучка и все. Вот это вот погоду плохую. Завтра, по-моему, день выдержится, и снова дойдут дожди. Смысла нам оставаться не будем. Хотели до 27 числа остаться, до 27 августа. Наверное, поедем 25, потому что... Ну, сидеть там в доме, там смотреть телевизор, неинтересно. Завтра посмотрим еще, как половим. Ну, соберем вещи, поедем домой. Ну, сейчас пойдем обедать. Готовить есть. Надо только Гошу говорить. Домой идти. Он, батя там меня всю окрестность осматривает. Ему все интересно. Озеро это называется Лямозеро, если я не ошибаюсь. Хорошая мостовая, спокойно можно сойти, только в дождик немножко, доски сыроватые, тут чуть не вернулся. Везде у каждого, где можно остановиться, там беседочка, там все. Везде есть мангал, везде много лавок, то есть можно залюбоваться закатом, любоваться природой. Есть лодки, тут мы, видимо, и моторные есть какие-то на прокат, тут и грибные лодки. Ну, тут топчанчики, тут шезлонги, можно позагорать, когда тепло, солнышко. В общем, все устроено, все отлично, номера отличные, хорошие. Вот советую сюда приезжать. Такое жилище здесь. Фиг вам называется. Тут вот мангальчик, можно здесь вот мяса пожарить, рыбки. Вон топор какой-то модный торчит. Совсем модный. Совсем не индийский. Совсем не чукотский. Зайдем посмотрим внутрь, что здесь есть. А тут ребята прям, наверное, какой-то... Мэри Христмас какой-то, да, тут? Ну да, ну... Какой-то здесь Новый год, ну, что ли, был? Что-то нет такого, ну, все. Не поймешь. Да. Вот лавочки. Ок, можно денег здесь сжечь, видишь? Ну да.
Костерок можно жечь. Да, можно разводить, тут подвешивать. Посидеть. Подвешивать можно котелок. Да. Ну, тут можно мангал, по идее, тут даже какой-то поставить. Вернее, коптильню. Да. Ну, да. Пообщаться, тут пивка попить, тут так далее. Там, ну, чё. Тут свет. Дымоход сверху. Сделано субов, да, денег? Ну да, так интересно. Да, смотри, интересно. Это ягван, да? Видишь, как такое интересное. Пообщаться. Плетки все так, смотри. Бойскаутом себя почувствовать, короче, можно здесь. Да. Ну а когда я сегодня... Вот самовар. Ну когда литровочку сюда принесут, разобьют, да. Можно, наверное, каким-нибудь туземцем или индейцем себя почувствовать. Даже электричество здесь. Ну да, там вон видно две лампочки. Ага, да. Два светильника. Ну, интересное такое сооружение. Да, такое хорошо сделано. Интересно, интересная задумка, затея такая интересная. Вот когда, да, опять же, когда нет дождя, там, ну, теплая погода, можно здесь потусить с ребятами там. Ну, рыб, поймал рыбку тут, пахнет покоптить. Интересно, да. Интересно. Утро последнего дня на базе. Ходили сейчас в ауле на лодке. Ничего не поймали, даже мелочь не плещется. Вертушки, воблеры, колебалки. Какие там финские блесны, которые нам посоветовали, там колебалка такая финская с бусинкой в середине. Вот они говорят, они тут у них рабочие. Что, пробовали, нифига. Да вообще ничего. Обычно даже на вертушку там, ну на тройку там, эпскую, там на Blue Fox, окунек садится. А тут даже вообще даже тычка не было. В общем, пробовали всю лес, всю озеро скресили. Вчера сейчас плавлю тут, вот туда плавлю. Народу, рыбаков даже не видать. А вчера были на другом озере. Там, ну, на нижней там или верхней. Это. Там местная старушка, бабка сказала, что местные там все сетями выбивают. Ну, подъезды там не ахти такие. Красиво здесь что, но по рыбалке, конечно, не знаю там как тут. Может, в свое время, конечно, все тут. Ну, тут будет, видите, погода меняется. Постоянно шли дожди. Потом раз, день вроде бы дается такой, как сегодня. Но снова дожди. Вот, может быть, она и не клюет из-за этого. Рыба тут есть. Говорят, окунь хороший, щука. Она может просто попасть. Ну, семейный отдых здесь, конечно, хороший. Когда лето здесь потеплее. Покупаться здесь, вот беседочки есть, тут все лавочки. Оп, сейчас вот, ой, скользкие ступеньки. Чуть не навернулся. Ну, такой вполне пригодный он. Типи. Как там правильно, вроде типи там, или как называют. Тут может усановать там. Очаг есть. Там можно пожарить что-нибудь там, рыбку там, ну, котелок подвесить. Можно вокруг там танцы индийские какие-нибудь там замутить. Есть тут аренда лодок, все. Ну, в принципе, мы тут плавали на грибной нормально. Там какой-то. Видно вон. Какой-то шар такой. Там включают. Экран там, наверное, там караоке есть, там, ну, можно потанцевать, там, венца попить и так далее. Нас-то больше интересовала рыбалка. Ну, вот не повезло. На Сегеже
погода нас прогнала. Не знали, хотели, в принципе, уже домой ехать, но вот сюда заехали. Ну ладно, в следующем году будем думать уже там, узнавать, куда, чего ехать. Может, на Сегежу поедем только уже в июле, когда будет тепло, погода будет более благоприятная для рыбалки, для отдыха. Вон Гоша уже лодку помыл. Меня ждет. А, что-то недавно было чистое небо, да? Да. Он опять что-то заволакивает, заволакивает. Вот это на утке здесь вообще ничего не боятся. Он плавает, прям на, выходит прямо на пирс, тут кукурузу сейчас жрали. Тут случайно кукурузу ловил, они дожрали ее. Да. Плавают, ничего не боятся. Он, тусуется, их не место. Ну, ходит, их надо прикармливать. Вон мы лодку собрали. Гоша чешет лоб, не знает, что там уже, что там, хочет что-то. Да? Да не, нормально, мне что-то не кусает никто. Он пирс вот такой, ну лодки здесь всякие, можно в аренду брать. Но в принципе, тут они мотор-то не нужны, здесь спокойно можно плавать на этих, на грибных лодках. Была бы здесь еще рыба нормально клевала, было вообще бы замечательно. Шезлонги здесь всякие, спиннинги дешманские вон какие-то. Вообще какой-то вот такой спиннинг. Аллигатор такой. Он называет его, или как там, хрен знает. Ой, блин. Ладно, прощаемся мы с этим озером. С этим местом красивым. Сейчас пойдем завтракать, собирать потихоньку вещи. Завтра с утра поедем домой. Опять будут. В город Александров, блядь. Но в основном на работу. Он даже тут на зимнюю удочку, эту мормышку. Это не уж тут надо, причал прям ловит. Удочки, блядь. Утки плавают. Вот они, удочки. Дичь! Где дичь? Вот они, красавицы. Пищат что-то там. Опа! Вот это наглость. Кукурузу все доели, видал? Кукурузы-то больше нету. Да, все съели. Доели. Вот блин, они вообще прям бесстрашные здесь. Вон какие. Утяры. Блин. Вау, ходит такая, что-то тут ищет. Пожрать. Что бы стырить? Блин, думал, что моторная лодка где-то это, это воду качает, он тут насос. Чувствую, как будто издалека какая-то лодка где-то едет. Ну ладно, пойдем, что собираться, что нам уже. Все, лодку мы посушиться поставили. Там все еще спят. Мы, конечно, первые рыбаки здесь вообще за два дня. Здесь никто не, с утра здесь никто не ловил. Под вечер только видали лодку, да, тут старик какой-то тут бавал. Ну, тот, типа нет. Трещуки вытащил. Ну да, типа трещуки. Не верится, что ну тут, наверное, ну, брать-то не будет. Вот парень сказал, что поймал трещуки здесь. Ну не знаю, мы тут все кидали. Вот здесь вот. Вот тут мы плавали, кидали тут все вертушки тут и. Тут, в общем, все, что было у нас там. Только резину не ставят, но силикон там, резину я туда пробовал тоже. Ну ладно, что ты орешь-то на улице? Люди-то спят. Тут ловили. Ну везде все озеро практически тут мы тут объехали, покидали тут. Колебалки. Вертушечки тут всякие, бугорки. В общем, все блесны размочили, нифига ничего не поймали. Только вчера с одного щурка вытащили карандашка. Я его отпустил. И все. Обход делают. Да, обход. Тут утренний обход. Ты че, хорош, ты что? Утка хотел сожрать грузило. Грузило здесь оставляет крючком. Вот сейчас она проглотила, вот это проглотила бы и все, смотри, да? Вот она хотела его съесть. Надо его ему на кольцо
повесить сюда, чтобы он... Эта утка спорит. Смотри, зачем не бояться? Ну ты что? Привет. Привет. Вот сейчас фотографировать ты, да, вот их? Я фотик не взял, ну ладно. Он что-то кусается. Ты что тут? Кусает, и это постарше который. Пойдем, ладно, забираем, что плащ надо взять, не пойдем. Чайку попьем. Сегодня тепло, хорошо, да? Ветра нету. Ну, что-то нашел, вот ветку. О, он жрет что-то ее. Ну да, может, мой Машка отпиявился. Машка, эти гайны, задолбала. Ветка крестит. Ну ты что ты ешь-то? Ветку что жрешь? Ну все жрет. Ох, вот. Друг дружки вынимает, думает, не хватит. Заплывы, давайте. Спортивные заплывы. Вот это уровень, лапка больная. Вот это? Ломает, наверное. Ломает вообще. На. Что-то стоял. Видишь, что там? Она. Да вообще прям. Гоняет ее, что ли? Не хватит, что ли? Не падает, попадай, я кину. Давай, давай. Покинь ее. Покорми, а я этих пока слишком не вижу. Подави слабенькой, блядь, идиот. Водники, на. Где она, господи? Она, наверное, под мостом была. Она выплывет, Денис. Она выплывет. А та одна спокойно вот, сидит, она и она спокойно сидит и вот есть. Хер вам, голодники. Да, да. Вот вы их деритесь. Она все там покушает нормально. Сегодня хлеб остался, отдаем все уткам. Все, покидаем эту базу, отдохнули хорошо, жену, красивое место, спасибо тебе, мерцальные ключи, все, мы уезжаем, надеюсь, сюда еще раз приедем, красиво здесь, скромно так, ну, все, все, что нужно, все есть, все, ну и все, поедем, спасибо этому дому, как у нас говорят, поедем мы к другому.